Один из моих 15 детей, 9 сыновей и 6 дочерей, мой 11-й ребенок, 7-й сын Алексеев Царь Владимирович, несмотря на травму головы, сосед ему качелями поддал, сыграет на гармошке. Он уже второй день ее осваивает, гармонь. Значит, что ты на второй день тоже можешь играть? Калинку на второй день. Нормально, давай. Вот калинка такая маленькая, вот для второго дня пойдет. Сейчас уже что-нибудь еще может успеть освоить во второй день, а? Да. Опять я всем советую, что детей много хорошо. Купите гармошку за 100-200 рублей на блошином рынке, отремонтируйте, напишите. И ваш ребенок будет еще лучше моих играть. Хотя у меня самая музыкальная семья в России. А? Да. Каждый играет как минимум на десятке инструментах, да? Да. Гармошку вот начали осваивать совсем недавно, как только приобрел гармошки. Да. Ну, надо.